Забавный гороскоп. А какой вы сказочный герой? Я Баба-Яга. А вы кто? Даже если детство осталось далеко позади, любой человек все равно продолжает верить в сказки. Этот сказочный гороскоп перенесет вас в мир древнерусского фольклора. Кто же вы по знаку зодиака? Русалка, кикимора или Баба-Яга? Овен. Змей Горыныч. В каждом овне живет самый настоящий Змей Горыныч. Это очень горячий персонаж во всех смыслах этого слова. Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от его огнедышащей пасти. Хотя у Горыныча целых 3 головы, он редко думает хотя бы одной. Поэтому часто делает глупости, особенно когда находится в гневе. Если ему покажется, что вы в чем-то ошибаетесь, то он обязательно громогласно заявит об этом на весь мир. Этот сказочный персонаж всегда выражает свое мнение резко и прямолинейно. Однако есть у Горыныча и хорошие качества. Этот змей крайне решителен, отважен и всегда глобально мыслит. Главное вовремя направить его в правильное русло. Совет овнам – перестаньте идти на поводу своих эмоций. Прежде чем дать ответ обидчику, успокойтесь и глубоко вдохните.